Каждый год по всей России и на территории Новоуральского округа проходят два значимых мероприятия. Первый – всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру, спаси дерево», который направлен на сбор и переработку макулатуры с целью сохранения лесов и охраны окружающей среды. А второе значимое событие – это всероссийская акция «Голубая лента». Она пройдет в 11-й раз. Ежегодно тысячи людей принимают участие во флешмобе в честь воды. 380 тысяч человек в 70 регионах России. За 10 лет таковы данные. Подробности у Кирилла Пантелеева. Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру, спаси дерево» представляет собой важную инициативу, нацеленную на сбор и переработку макулатуры с последующей целью сохранения лесов и охраны окружающей среды. Этот проект выходит за рамки обычных благотворительных инициатив, но побуждает людей не только участвовать пассивно, а активно внедряться в экологические процессы, становясь частью изменений в природной среде. Значит, сбор макулатуры у нас проводится два раза в год. Первый, так скажем, этап проводится в марте, как раз таки с 1 по 29. То есть есть еще возможность принести макулатуру ненужную, которая, может быть, скопилась в доме, в офисе, в организации, совершенно на безвозмездной основе, в удобное для вас время. Оставить заявочку, и непосредственно люди приедут, вывезут. «Голубая лента» – это значимая всероссийская акция, организуемая уже в 11-й раз, направленная на популяризацию важности сохранения водных ресурсов и их разумного использования, проводимая в честь Всемирного дня воды, который отмечается 22 марта каждый год. Данная инициатива имеет цель привлечь внимание общественности к проблеме экологии, устойчивого развития и необходимости бережного отношения к воде как к ключевому элементу жизни на Земле. Так как у нас вода – это исчерпаемый источник природных ресурсов, поэтому нам нужно обращать внимание о том, как она потребляется. Традиционно мы в апреле подводим итоги и награждаем самых лучших, самых активных памятными призами, дипломами, благодарностями в здании администрации. Таким образом, участие в экологических акциях не только способствует улучшению состояния окружающей среды, но также формирует осознанное отношение к природе, внедряет принципы экологической ответственности в повседневную жизнь и создает основу для устойчивого и гармоничного сосуществования человека и природы. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, «Объектив. Итоги».